Глава Бурятии наградил победителей конкурса журналистского мастерства «Вся Бурятия». Церемония награждения состоялась в Народном хурале. По сложившейся традиции, подведение итогов конкурса было приурочено ко Дню российской печати. И хочу отметить, что наши СМИ, наши журналисты, наши люди, работающие в этой сфере, они из самых активных в России вообще. Это взгляд со стороны. Это объективная оценка. И если не брать там центральные издания, там, Москву, Питер, то среди всех остальных субъектов вы одни из самых активных, самых профессиональных и самых таких, профессионально высокого уровня. Еще у нас хотел бы вас поздравить с праздником и пожелать вам такого же неравнодушие, такой же искренности, иногда колючей. Да, у нас все правительство надо что-нибудь прочитает, ходит либо хмурый, либо потный. Да, то есть, умеете его взбодрить. Вот. Но я надеюсь, что не только бодрить у нас будет, но и поддерживать то наше направление, когда мы хотим зажечь наши люди в глаза. Победители республиканского конкурса «Вся Бурятия» в этом году признаны в номинациях «Лучшая журналистская работа в периодическом печатном издании», «Лучшая журналистская работа на сайте информационного агентства» и «Лучшая журналистская работа на телевидении и радио». Телеканал «Мир Бурятия» получил диплом третьей степени в номинации за лучшую журналистскую работу на телевидении. Также были учреждены специальные премии в номинациях «Лучший телеоператор» и «Лучший фотограф». Я очень признательна за награду. Просто не ожидала. Я работаю с 71-го года, в салоне «Сибирячка» работала. Вышла на пенсию и вот оказалась востребована. Но такого уровня, конечно, первая награда. Просто удивляюсь сама себе, что вышла на пенсию и оказалась востребована. В специальной номинации «Лучшая районная газета» победила газета «Байкальские огни» Кабанского района. Ну, это, конечно, большая, очень большая радость для меня и для нашего коллектива, для всего, что мы приняли участие в этом конкурсе и заняли первое место как лучшая муниципальная газета районная. И мои работы заняли, значит, в номинации «Лучшие журналистские работы муниципальных СМИ». Для меня это большая честь участвовать в этом конкурсе и победить. Я бы хотела поздравить наших своих коллег, журналистов муниципальных СМИ, журналистов республиканских СМИ, телевидения, радио, с нашим праздником, Днем российской печати. Пожелать им творческих успехов, чтобы... Ну и личного благополучия, от личного благополучия и зависят наши творческие успехи. После вручения дипломов и наград в фойе Народного хурала царило приятное оживление. Коллеги поздравляли друг друга с профессиональным праздником и фотографировались на память.